Приветствую всех, дорогие друзья! С вами Черный Металл. На чем мы остановились? А вот на этом корабле. Базу уж потом давайте исследуем. Мне этот корабль интересует. Я вот никогда, если честно, его не исследовал. Что-то вообще есть. Давайте как-нибудь так облетим, потому что у него там еще одна, сколько я помню, турелька была. Мне бы ее ферзануть по-быстрому. В общем, короче, это второй уже будет сезон, так как это, ребята, жесть. Если еще заработает мод на ген материал, я тут офонарею немного с планеты выбираться. Иди сюда, я знаю, ты там где-то есть. Интересно, рабочий или нет? Ага, рабочий, рабочий. Вот это, блин, приехали. Не падай, малыш. Наглая турель. Я тебя сейчас устрою, кузькину. Ты мне так отбрасывает вдруг вверх. Все, готово. Друг, ты там как? Надеюсь, у меня офигенно хватит. А, ты вообще никак. Это небольшая проблемка, кажется, у меня. Как сказать, небольшая. Совсем чуть-чуть. Мне кажется, выбили, блин, кабину. Ладненько, ладненько. Так, медпункт у меня хоть цел. Тебя, блин, посадить, зараза. Так, все цело, медпункт цел. Это пока основное, что мне надо. Ох, как я развальцевался, бедный. Там никакой злобной турельки нету. Ой, как я бедный, развальцевался. Ой, ты подумай, только уран. Уран я соберу. Мне урана ой как не хватает. Батареи я разберу. Нефиг я тут с энергией быть. Совсем обалдел. Что это мы с энергией вдруг? Так, там у нас что? Давайте поисследуем этот кораблик. Так. Тебя тоже надо нафиг. То еще, не дай бог, что-нибудь респанет. Я тут. Ой. Мне это вряд ли понравится. И как он хорошо упал. Там ничего нету такого страшно опасного. Опа. Ага. Погоди, ты что, два кресла что ли было? Кстати, насчет кресла. Я сейчас, может, я кабину соберу. Ну-ка. Оксиген танк. И что это, блин, было? Так, ладно, я понял. Меня пристрелила турель. Small Medical Station. Да. Не на она мне и нужна. Значит, что меня пристрелили. Ого, как я суп. А это запчасть откуда? Походу его так нехило развалило. Еще и продолжает разваливать. Так, вот что меня убило, вот это вот вопрос хороший. Да ё-моё, ты взлетать, да будешь чудо спереди. Сейчас зад взлетать не хочет. Эй, друг, у меня тут гидрогена осталось, только тупо вот на такую фишку. Так, и вот что меня убило, это вопрос, конечно, хороший. Ну, вот эти шмотки бы выключить как-нибудь. Было бы вообще обалденно. Так, это вот оставь себе, это вот я вот себе заберу. Что меня убило-то реально?
Я не понял, что меня тут грохнуло, ну да ладно. Это я вдруг решил резко умереть. Видно, что-то мне в этой жизни не понравилось. Ой, как все дымится-то. Так, кабина. Давайте поставим хоть кабину. Разработчики, как я вас обожаю. Вот с вашими, блин, этими ногами. Вернее, страдают ребята, вот реально. Из-за того, чтобы хоть какую-то мелкую оптимизацию сделать, они сделали движение ног. На кой пень это здесь сдалось? Объясните мне. Ноги у него двигаются. Вообще абзац. Будаист. Что у меня здесь так дымится-то? Реактор. Гироскоп. Вот, вспомнил. Есть. Как нейролептик трясется, ей-богу. Так, а что у меня здесь за кабина-то была? Fighter Guard, как тип я стандартно использую. Ну да, его. Или не его. Не, его вроде я использую всегда. Так, Interior плейты, моторы нужны. Так, Interior плейты, моторы. Так, короче, сделаем попроще на данный момент. Что у меня здесь за лишнего хлама много? Так, уран сюда. Так, я не понял, что у меня так вес? О, медикал компоненты. Понятно, понятно. Мог бы и не догадываться. Так, а теперь давайте кабину поставим. Ну, здравствуй, как говорится, Империон. Я вот что-то... Блюпринты и метод грида Империон. Не, я располосовал его, конечно, хорошо. Это как бы... Хоть это мне позволит выжить более-менее. Правда, я его полутать толком не смогу, но да ладно. Красавец. Как тебе движки сейчас все вырубить? Так, а у него где-нибудь еще генератор-то есть вообще? Small cargo контейнер, small cargo контейнер. Так, это у нас что? Small реактор. Выключить. Нет, еще работает. На чем ты работаешь? На Святом Духе, что ли? Я непонятно, ладно. Давайте сделаем попроще. Вот так. У меня он своим туманом начинает немножко добивать. Так, а нам теперь нужно что? Нам нужно кресло вот это вот. Кстати, насколько я помню, что кресло разбирать, что этот, как пит или как там его, в общем, одинаковый ресурс требует. Так, что у нас тут вкусного есть? Блин, надо за распильщиком уже лететь. Ладно, я тут помародерствую пока. Ну, такой неплохой корабль, кстати, я вам могу сказать. Я вот только своему бедному кораблику ставлю. Блюпринт классы, не знаете, вы издеваетесь. Металл гриды. Мне для металл гридов нужна тяжелая броня. А где эту тяжелую броню туда достану? Ну, блюпринты есть. Если придумать, где метал гридов достать, здесь броня все легкая. Ты с легкой брони упал, друг мой милейший. Поздравляйте. Так. А, о! Нашли. Надеюсь, хватит. Эй, игра, фу. Мне вот в этой игре торможения эти немного поражают. Из-за чего она тормозит, непонятно. Опа! И мы опять, как говорится, относительно на коне. Стрелять я хоть там могу.
Дайте мне пострелять. Ну-ну. Серьезно, что? Не понял. Мне хоть что-нибудь работающее-то здесь осталось? Походу нет. Или я что-то не то делаю? А, один пулемет работающий. Ура! У нас хоть что-то есть работающее. Как ни удивительно. Так, давайте-ка присядем около этого маленького кораблика и продолжим его. Ой, а... Погодите, когда это они начали ноги выламывать? Все-таки переделали, что ли? По ходу дела. Ну, это вообще будет весело. Добро пожаловать в кошмар. Ребят, почему я закончил первый сезон? Ну, как вам сказать? Это уже не будет никак напоминать первый сезон. Во-первых, я переехал с планеты. Мне пришлось на стабильную версию переехать. Потому что та версия, она временная. У меня просто выбора нет. А взять и потерять в один прекрасный момент все сейвы с невозможностью восстановления, я как-то не горю желанием. Это тупо убийство времени. Так. Там надо базу будет осмотреть. Посмотрю, что тут в контейнерах. Ну, главное, хотя бы кабину восстановили. Так, надо теперь запомнить, что здесь, как в Империи, мне надо с собой брать запасных три кабины. Да. Игры, кстати, немного напоминают мне друг друга, но да ладно. Что там такого интересного у нас есть? И что от него осталось? Блин, тут интересно, квадроскин есть или нету? Я сомневаюсь, это начальная планета. Кабина, по идее, здесь быть не должно, это на другой планете, скорее всего. Распиливайся. Ты у меня весь на металлолом пойдешь. Из-за вредности. Взял мне кабину, как выше. Ни совесть, ни честь. Ох, сколько трустер компонентов на здесь одного движка. Не кисло так, не кисло. Так. Иди сюда. Ты тоже. Я жадный. Я тут железо за этих пластин фиг да нифига. Най, нафиг. Я лучше движки ему пораспиливаю, и то полезнее будет. Главное, чтобы еще на голову еще не упало. Это было бы вообще прекрасно. Так, давайте тогда сейчас я это все отнесу и посмотрим, что здесь в контейнерах хотя бы осталось такого. Интересно, в этом корабле. Я этот корабль никогда, ребят, не исследовал. У нас не было такой возможности, потому что, как правило, мы в космосе, ну, либо в космосе, либо на этом, на планете мы их в хлам разносили. Как-то никто никогда ничего не собирал. Магнезиум, ора, вау, это на что? Лед, возьмем, льда мне мало, льда у меня нету, то есть мало, у меня его нету. Так, у нас здесь что, конвектор, конвектор. Ну, хоть какой-нибудь грузовой контейнер покажи мне, а? Ага, карго-контейнер. Посмотрим. Что ты нам оставил? Железо, силикон. Ну, спасибо, блин. Мог бы что-нибудь поинтереснее оставить. Так, что еще есть? А? Что еще есть? Мол, атмосферик. Конвектор. Все, ну, тут пол корабля, правда, разнесло. Дверь. Сейчас посмотрим. А что за дверью? Еще одна дверь. Логично, блин. А, это выше. Ну ладно, выход так выход. Так, оксиген. Такой-то, кстати говоря, нормальный кораблик. Кабина такая интересная. Кстати говоря, это смоловый корабль. Но он с легкой броней, ну, ему здесь не выжить на этой планете.
А если бы такого не было, как говорится, мне бы тут был тихий ужас. Но... Ай-о, а ты чё застряла-то, чудо спери? Ну, спилил я гравити-генератор, подумаешь. Ну, батарейку, конечно, можно допилить. Эту серию я сделаю подлиннее. Так. Ну, здесь больше такого ничего особенного я не вижу. Сейчас движки отпилил, мы да и все. Это что у нас? А, так у него еще и прожектор есть. Надо. Подготовился-то он, смотрите. Долутывать эту базу уж буду не на запись. Сейчас давайте на медовую сходим. Пометочку здесь сделаю. Ходи, локейшн, лут напишу. Да, конечно, напишу. Потом уже не на запись, как говорится, это все я быстренько тут отчумечу. Ничего тут интересного нету, контейнеры я вам показал, собственно. Тут движки только спилить. Да и стекла. Как-то так. Так, мне нужен лок. И мне нужен анлок. Поехали, посмотрим, что на этой базе. В первую очередь мне интересно, что на медовой базе реально. И камера. Ну, хоть ровно стоит, и то хорошо. Так, здесь все повреждено, здесь все повреждено. Напоминает они немножко смоловую. Но она размерами побольше гораздо. А что тут есть? Дяденька, что у вас есть две пушечки сверху? Ну, тут какая-то интересная, конечно, конструкция, немножко другая. Так, есть хоть пушки? Так, сверху пушек нет, это уже хорошо. А сбоку? У меня патронов хватит. Ну-ка. Ну, сбоку тоже пока ничего не вижу. Так, а внизу тогда все пушки получаются, да? Или вообще тут их нету? Вижу. Так, одна есть. А где еще? Ну, а еще где? Привет. Еще вот одну вижу. С другой стороны тоже две штуки, что ли, получается? Ну-ка, давайте пролетим, посмотрим. Ну-ка, ну-ка. Привет. Малышка, погоди. Погоди, я сказал. И вот управление здесь кораблем в этой версии еще хуже, чем тут. Так, ну чё? Три пушки я сбил. Еще что-нибудь есть? Блин, ну тут походу надо зарезать внутрь и уже смотреть так нарудно. Не-е-е. Вот я не люблю лазить внутрь корабля. Ой, не корабля, а станции. Постоянно где-нибудь здесь помог. Ой, здесь посадочная площадка, смотри, какая большая. Прикольно. Я как раз залезу всем своим торсом. Ну, пушек как бы здесь побольше. Опа, все. Так, аптечка цела, надо посмотреть. Мне тут сейчас, скорее всего, грохнут пару раз. А? Цела.
Подсчитайте, интересно, сколько меня здесь разгрохнуло? Блин, это что сейчас было? Вот это номер. Так, мне надо как-то в корабль забраться. Желательно живым. Вообще как-то реально? Да, вполне реально. Ага, корабль вы не атакуете. Мелкая поганка. Блин, не люблю я вот эти вот турельки. Убивает тут полупука. Сири, unlock. Ты чё так рванул-то? Ядрить твою напополам. Тихо, тихо, тихо. Ты чё сейчас, блин, было-то вообще такое? Нифига себе, он рванул. Он сейчас лбом хорошо вкатился бы. Привет, я тебя вижу. Тихо, тихо, тихо. Ага, так они черного цвета здесь. А, и модные туры. Да, эту дверь я долго колбасить буду. Умри. Ангарная дверь. Так, крепкие, кстати, двери. Привет. Как жизнь? Я хорошо. Так, теперь клавиша В мне нужна. А, так я уже здесь сижу. А, рядом, значит, блок. Ну, попытка номер два. Я что, свой труп не забрал, что ли? А, ну мне же не представилось данное возможным. Меня сразу грохнули второй раз. Ладненько. Буду на будущее знать. Инструменты надо с собой эти держать. Самое ценное, что есть в этой игре, так это инструмент. Так. Извините, ребят, что я сейчас ничего не говорю, просто пытаюсь что-то хоть тут, блин, услышать. А, ну все зачистили, собственно, вот. То есть красные турельки стоят. И две черных по бокам. Ну, нормально, скажу я вам. Так, что в тебе есть? Давай, Калик. Зам откру. Ой, ща. Сколько, сколько? Нифига себе. 220 килограмм урана. Это что они здесь такое сделали, вы мне скажите? Еще батарейка раз, батарейка два, три, четыре батареи. Так, у меня там оксигена хватит? Нет, не хватит. Давайте контейнеры посмотрим, что внутри. Что нам тут запасли пиратчики? Так, я пока оксиген возьму. Так, 1000 реакторов. Моторов 300, 175 гравити компонентов этой фигни. 25 платина. Вот, конечно, она мне нужна. Так, кстати, а платина-то мне нужна. Мне золото не нужно. Ха-ха-ха.
Да ладно, так, этих трустер компонентов. Что-то еще есть интересное. Ох, нифига там патронов. 1000, 1064 ракеты, 1003. О боже мой, о боже. Опять сейчас патронов наберу на третью мировую, блин. Да, кстати, у меня здесь где-то... Я сбил турельку, и она упала патронами, да? Мне патрончики-то нужны. Что, не скатились, что ли, вниз? Патрончики, игра. У меня вот эти лаги немного в этой игре, ребят, поражают. Откуда они взялись? Мало того, что она вылетает, вот эта версия, которую играл, она вообще не вылетала. Эта версия вылетает. Какой-то бухты-барахты. Это я так и не понял. Ну, да ладно. Трать там идет на форуме. Это было больно. Трать на форуме идет. Может быть, разработчик возьмет себя в руки, хоть что-то, блин, починит. Это просто абзац какой-то. Насчет оптимизации, там он вообще ничего не писал. У него даже в мыслях нет оптимизировать, ребят. Да вы что? Какая оптимизация? Мы будем добавлять новые блоки. Ну, вообще, посидел, почитал, я что-то как-то не вчитывался. Посмотрел один летсплейщик. Он говорит, там, говорит, надо лучше почитать. Я что-то почитал, я немного офонарел от того, что разработчик здесь. Здравствуй, турелька. А ты что, без патронов или глючный вопрос? Вот глючило. А, без патронов. Турелька белая. Без патронов, это хорошо. И толку этой турели без патронов, а? Ой, господи. Вот делать нечего. Так, не понял. А, понял. Блин, неудобно. Эта станция, она с двух сторон одинаковая. Раз, два, три, четыре. 5, 6, 7, 8. 8 где-то примерно здесь солнечных батарей. Так, это у нас ассемблеры. Ассемблеры и все, да? Больше здесь ничего толкового нету. Любопытно. Ладно, ребят, станции мы взяли, кораблик так, в крайнем случае. Ну, блин, мне еще один пулемет снесли. Идрите твой налево. Сколько можно? Ой. Как говорится, на этом я, как говорится, серию закончу. Я сейчас буду лутать, летать. Летаю за своей свинкой, и этот кораблик загружу. Тоже свинку увеличу. Здесь сколько по объему-то интересно, этого груза всего. Ну, как раз свинку влезть. Собственно, и буду здесь лутать, мне решетки нужны. Буду решетки добывать, пластинки и всякую остальную ботву. Ладно, ребята, кому понравилось, ставим лайки. Комментарии, вопросы оставляем под видео на YouTube. С вами был Черный Металл. Взяли мы базу, осмотрели кораблик, мы, который она отрезала. Ну, как говорится, все тут еще только впереди начинается. Ну, как-то так, осмотр базы завершен. Всем удачи, всем пока.